Всем привет! Хочу порекомендовать вам канал «Обзор конструктора». Там вы найдете помимо интересных обзоров на Лего программу ТОП-5. Научитесь готовить вкусные и простые рецепты в кулинарном шоу «Время обеда». А еще можете заработать деньги, отвечая на вопросы в программе «Звонок». Ссылочка на обзор конструктора будет в описании. Заходи, будет интересно. Сегодня Лего «Звездные войны». Набор называется «Звезда смерти. Финальная битва». В наборе 5 мини-фигурок. Фигурки очень интересные. Это стражники императора. Это Люк Скайуокер. У него в руках световой меч. Это очень классная фигурка. Это Дарт Вейдер. Это лучшая фигурка в этом наборе. Это император Палпатин. У него тоже два лица, а в руках молнии. Теперь я расскажу про здание. Здание можно раздвинуть. У комнат открываются люки. Также открываются ворота. Еще тут выдвигается мостик. Тут есть штучка для прыжка. А это мост с ловушкой. Это трон императора. Он крутится. Также тут есть тайник. В нем световой меч. На ступеньках есть ловушка. Там уже здесь шахта. Сейчас Дарт Вейдер просит на императора. Набор супер! Всем советую! Не забудь поставить лайк! С вами был Кока, пока-пока!